Я Дарья Непряева, и это проект «Тверь Тим». Безусловно, собственные амбиции, но и сестра тоже. Я смотрю на нее, я вижу, как она тренируется, я вижу ее вне тренировок. И это, безусловно, очень большой пример в моей жизни, но в то же время я сама всего добиваюсь. Она со своим возрастом отобралась на детскую олимпиаду. Я думаю, сейчас она готовит в команде. Ну, посмотрим так. Но, в принципе, задатки тоже есть, чтобы она где-то вышла на топ-уровень. От многого приходится отказываться. То есть перед сложной тренировкой нужен режим, соблюдать питание правильное. То есть если раньше родители как-то меня направляли, я обижалась, то сейчас я полностью сама себя контролирую. И, в принципе, я уже живу этим. Лучший отдых для меня, если это нет тренировок, это очень редко, это один раз в неделю, два максимум, если это межсборье, то это утром как можно дольше поспать. Конечно, безусловно, нужно пробежать хорошо отбор, но я ставлю задачу выше на этот сезон, хорошо пробежать на первенстве мира. Она такого бегового плана, типа как вот Юхаук беговой и Даша тоже самое вот в таком плане. Не хотелось бы быть просто сестрой Натальи Непряевой. Хотелось бы чего-то добиться самой в этой жизни.